На тебе 2 дня домашнего режима. Не дам я тебе эти 2 дня. Не дам. Ты уж это после войны отгуляешь. В общем и в целом, Ненашкин, такое дело. Отцепили вагон от поезда, который ленинградцев эвакуированных вез. А в вагоне люди, не доехавшие. Из блокады их увезли, они сильно истощенные были. Не довезли. Мертвые они, словом. Так вот, ваша бригада их хоронить будет. Совхоз под воду дал, возчиков, а вы им на помощь. Вот такое дело, сынок. Thank you.
течение 1 сентября наши войска вели ожесточенные бои с противником северо-западнее и юго-западнее Сталинграда. На других фронтах существенных изменений не произошло. За 31 августа частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до 15 немецких танков, 70 автомашин с войсками и грузами, подавлен огонь 10 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорвано 3 склада боеприпасов и 4 склада горючего, потоплено 3 сторожевых катера, рассеяно и частью уничтожено до 2 рот пехоты противника. Садись. Дурак. А, выпей водички. И долго ты думал? Ишь ты, какой герой нашелся. Забери. Не заберу! Вы бы похороны этих ленинградцев видели! Вагон! Целый вагон! Старики и детишки! Да об этом говорить и то страшно! Людям в глаза после этого смотреть стыдно! Похоронки, кругом война! А мы... Не хочу жить! Жить не хочу! Пускай бьют на фронте, пускай так с пользой! С пользой! С пользой, да! С пользой, с пользой. А мы? Мы... Что тут делаем? А? А нужды транспорта тебе не важны? А интересы государства хоть в общем, хоть в целом? Мы что тут в игрушки играем? Все мы здесь тыловые крысы! И вы тоже! Истрепанный. Побитый на фронте. Я съездил после войны на нашу станцию, чтобы поговорить с Иваном Ивановичем и хотя бы в общем и целом как-то загладить свою застарелую вину. Но за полгода до окончания войны Ивана Ивановича Королева отвезли на Березовское кладбище. То самое, на котором мы хоронили эвакуированных ленинградцев. Занят. Давай. Чё? Карточки давай. Ну, ладно, убьют. А если изувечат? А? Кто тебя кормить будет? Кто? Соплей, Макро. Машина, ты железна, куда милого повезла, ой-ой-ой. Oh.
машина. Девчата! Девчата! До свидания! А ты куда, кавалер? На войну, девчата! На войну! Ой, и ты тоже! Проводим тебя, кавалер! Проводим! Откуда он родом в этой стране? Какой молодой, жалко! Фамилия? Нинашкин. Нинашкин? Так. Следуй за мной, Нинашкин. Какая команда прибыла? 42-я. 42-я? Ты покуль, будь свободен. Далеко не удаляйся. Понадобишься, понял? Ладно. Простите, сэр, мы с вами не настолько близко знакомы, чтобы сразу переходить на «ты». Сейчас. Сейчас познакомимся. Только ты этому не обрадуешься. Напра... О! Чего? На кухню. Шагом. Марш! Но-но. Не больно. Напра... О! На кухню! А то я тебе такой винегрет сделаю. А во! Видел? Но! Видел? Ух ты! Так. Нос разбил. Старшему по званию. Командиру РКК. Ну а ты не тырься. Раз командир РКК, так воспитывай словами. Это тебе не старорежимная армия. Чуть что в рожу.
Так, деляга. А ну, следуй за мной. Давай, давай, веселей. Взять бак. Взять картошку. Это я для тебя приготовил? Сиди. И будешь чистить у меня до самого света представления. А что, оно разве не началось? Поговори. Ты у меня поговори. А я лучше петь буду, ладно? Побег с ответственного участка работы буду расценивать как дезертирство. Ха, испугала Бармот. Да у нас в детдоме чистить картошку было самое любимое дело. Облепим, как мухи, ящик с картошкой. И артельно до полночи работаем. Песни поем. Война. Первый год в машине. Второй год в машине. Провожала и обещала синий платочек стеречь. И пусть со мной нет сегодня любимой родной, знаю, с любовью ты не всегда будешь наш платок дорогой. Все. Следуй за мной. Сколько заветных платочков носим в шинелях с тобой. Нежные речи, девичьи плечи, помни о небо его. За них мы желанных любимых хотим. Пулеметчик за синий платочек, что было на плечах у дорогих. От советского информбюро. В течение ночи на 26 сентября... Наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, в районе Моздока и в районе Синявина. На других фронтах существенных изменений не произошло. Ксюха! Ай! Чего так долго? Хм, долго. Дела. Война как-никак идет. А что это у тебя с носом? Че-че? Ознобил. Это осенью-то? С такими и летом ознобишь. А это кто? Защитник Родины. А? Фу, а чем это от вас так противно пахнет? Противно пахнет, а? Да мы машину картошки очистили. 5 бочек солонины перемыли, капусты. Да ладно, ладно, не заводись с полуоборота. Есть будете? Да не, нам бы приткнуться скорее. 7 секунд, господа. Сейчас постели постелю. Ну, что стоишь? Раздевайся быстрее. От мамы с папой было что-нибудь? Папа телеграмму прислал. А
от мамы ничего нет. Ха, бросили тебя родители, вот и я возьму и брошу. Ну что ты, пошли, пошли. Спать будешь здесь. Вот. Ну ты что? Ложись давай. Да ложись, ложись. Угу. Дел. Куда дел? Спровадил я твоего Фунтика. Ну что там? Угу. В сибирскую учти. В отдельную сибирскую бригаду. Пусть на фронте. Родину любит. Присосался, понимаешь? Че присосался-то? Кому? 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 К тебе. Или отодрал? Ты. А одной-то чего хорошего? Ты знаешь что? Ты на психику мне не дави. Одной. У тебя институт, книги, товарищи. Товарищи? Где они, товарищи? На фронте все. Черт. И Фунтик, душечка, тоже. Душечка, нашла о ком жалеть. Так, ладно. Все, я помчался. Призывник пускай час-другой подрыхнет. И на пункт. Все. Есть! Ты мозги, смотри, ему не запудривай. Они у него и так набекрень. Есть! Есть! Ну чего уставился? Девок не видел? Ну чего ты молчишь? Родом-то откуда? Из Овсянки. А, так близко. А я думала, из Австралии. А из Овсянки неинтересно, да? Слушай, волонтер, ты какое горе пережил? Болезнь? Ничего я не пережил. Любезнейший, я и не таких орлов насквозь. Тебе в эти, рентгенологи, о. Я и без рентгена насквозь. Фунтика, к примеру. А, так ты про Фунтика слышал. Не Фунтик, а Футлик его фамилия. Футлик, Мутлик. И мне нужна. Ему знаешь, какая баба нужна? Во! Чтоб золото меняло, барахлишко скупала я. Папа не прилетит. Федя на фронт уедет. А я к маме дерну. Санитаркой на санпоезд. Ну, с такими ручками только урыльники и тоска. Урыльники. А чё ручки? Потренируйся и порядок. Так ты здоровая, только ленивая. Веселая ты. Очень. А...
сержант, он брат твой? Или кто? Федя? Ну? Брат, сводный. Строгий он у тебя, товарищ сержант. Жуть. А это не ты ему нос починил? Федя парень настоящий. Он из-за меня на пересылке околачивается. Сам на фронт рвется. Да ждет, пока папа с севера прилетит. Боится, что я институт брошу, на фронт удеру. Или Фунтика какого-нибудь к дому приручу. А отец почему не на фронте? Папа? Он летчик полярный. Еще до войны мы всей семьей летели из Заполярья. С самолетом случилась авария. Мама и брат погибли. Отцу переломило ноги. Теперь командует авиаотрядом на севере. А меня мама закрыла руками и груди вот так, вот так. Вот так. Папа долго лечился. Потом женился на докторше. Она его лечила. Это Федина мать. Вот такая у нас история, волонтер. Спасибо. Спасибо за хлеб-соль. Мне пора. Поговорил бы еще со мной, а? Да пора мне, Ксения. А то товарищ сержант... Да улажу я все с товарищем сержантом. Все улажу. Скажи, боец, ты стихи любишь? Допустим. И поэт любимый есть? Есть. Лермонтов. Серьезный вы человек, товарищ боец. Лермонтов. Кто бы ни был ты, печальный мой сосед, люблю тебя, как друга юных лет, тебя, товарищ мой случайный. Хотя судьбы коварной игрой навеки мы разлучены с тобой. Стеной теперь, а после тайны. Подожди минутку. На, Лермонтов, насовсем. Бери, бери. Я там адрес наш записала. Может, напишешь о боевых подвигах? Напишешь, а? Случилось. Случилось. Я встретил девушку, какую мечтал встретить. И хотя заранее знал, что она так и останется мечтой, но Лермонтов-то, Лермонтов со мною будет. Он мне напомнит о том, что она, это так необходимая мне встреча, была на самом деле. И долго я буду жить ощущением нечаянно доставшегося мне счастья. А девушка будет жить где-то, с кем-то, своей жизнью, неведомой мне. И в то же время останется со мной навсегда. Как прекрасно устроен человек. Какой великий дар ему даден. Память. Письмо Ксении я так и не написал. Точнее,
Так его и не закончил, потому что писал и пишу его всю жизнь. Оно продолжается во мне. И дай Бог, чтоб слогом, звуком ли, отозвалось оно во внуках моих. Напишешь, а? Ну, подарил так подарила. Вернуть. Чё? Она тебе вернет. Она чё спланировала? Вернешься ты с этой книжицей к ней после войны. Вы приятно побеседуете. И глядишь, она совсем тебе голову заморочит. Ой, сеструха, сеструха, горе ты мое. Да, слушай. Получи продукты на складе. Через 3 дня отправка. Куда? Куда? Ладно, куда едешь, не скажу, что везешь снаряды. Под Новосибирск команду отправляют, в пехотный полк, но... Тебя могу задержать, если хочешь. Двинем вместе со мной. На меня тоже разнарядка пришла. Нет, товарищ сержант. Отправляй вместе с командой. Вот в село мое, если можешь, отпусти. Попрощаться. Ладно, валяй.
Вот здесь нашли мою утонувшую маму. Я смотрю, смотрю, пытаясь представить себе, как же это было, как ни словно ни с лицом, и кружило замытое, исхлестанное водой тело мамы, как мучило ее течение, как давило тяжкой, холодной водою, и как, наконец, придавило ее струей к серому, полуобсохшему камню. Все, как было тогда, так и осталось до сего дня. Все так же катит и катит воды река. Но нет ни тревоги, ни горя. Лишь слабый отзвук печали пощипывает сердце. Неужели привык к потере? Претерпелся? Нет, изображенное горе, как его ни возбуждай, изображенными останется. Настоящее человеческое горе постижимо только той душой, в которой оно происходит, которой слышна своя боль и ведома сила, способная вынести собственное страдание. Пока я еще не умею страдать о других, даже о собственной матери. Если и посещает меня грусть, так это от того, что мне без мамы жить неудобней и тяжелее. И жалея покойную мать, я больше жалею себя, ею покинутого. Что-то на сердце неспокойно. А как же ему спокойным быть, если кругом неспокой и на свете война? Раз я в мире есть, и мир волнуется, то и меня должно качать, болтать, култыхать. Вот отживу свой век, успокоюсь, лягу в одну землю с мамой, и тогда никакое волнение меня уже не коснется. А хорошо это или плохо, успокоиться. Насовсем. И навсегда. Не знаю. Откуда свалился? С горд. А у меня утром головешка на шесток из печи выкатилась. Откуда, думаю, нечаянному гостю-то быть, а он и вот он. Вытянулся как. Вырос. Че-то бледный. Не хвораж. Или питание худо на работе твоей. Здоров. Ну, а питание? Да как везде сейчас. Жить можно. А девчонки-то где? Да в лес пошли, скоро явятся. Че, одни? Да они близенько за первым увалом. Устал? Отдохни, я скоро. Созову кое-кого. Я скоро!
человека стриженой. Стриженой. Видать, не носить тебе молодецкого чубу. Ничего, поношу еще. Какие мои годы? Сколько же-то мы не виделись? С прошлой осени. Зимусь был. Густо сказывала. А я в ту пору на хлебах жила. Что сделаешь? Пропитание каждому человеку требуется. А я шел-шел и пришел. Домой потянул. Понимаешь, как волокло меня что-то. Тащило в горы. А я вроде и ног не переставлял. А как бы плыл. И все казалось еще немного. Дойду доверху, а там гляну. И все как раньше будет, когда малым был. Покойно станет. Думаю, поскочу босиком по полянам, траву почувствую, землю свою. Тревожиться перестану. Ну вот дошел доверху, гляну, а мир кругом большой, красивый, а все равно тревожный. Думаю, а что завтра будет? А через год? А через 10 лет, а? Эка маешься ты, батюшка. Эка маешься. Ты к Шалунину камню спускался? Спускался. А что спускался, знаешь? Ну, воды попил. Умылся. Заделье рукам нашлось. А тут-то что? Тут сердце по матери мучится. Потому как ее сердце в тебе колотится. Кровь ее тебя и позвала. Нету зова сильнее крови. Да еще земли родной. Хороша та сторонка, где пупок резан. И на мамке на последнее пристанище ты не сам пришел. Не сам. Вела, крутила тебя тропка. И на мамкин след вывела не зря. Не зря. Разлука тебе предстоит с родной землей. Вот и хочется твоему сердцу в камешек раниться. Где мамка лежала? Что боль не забывалась в дальней стороне. Кабы я могла, батюшка. Я бы всю вашу боль на себя взвалила. Да с собой в землю унесла, чтобы вам здесь немножко легче было. Да никакой разлуки мне не предстоит. Ну. Не знаю. Не знаю. Говорят, своя печаль чужой радости дороже. Коли ей немного, так оно так. Да ты не мучь себе шибко-то. Не мучь, не винись. Покойных, батюшка, больше, чем живых. И на погосте живучи всех не оплачешь. Стриженой. Да ты искупление в свет покинувших нищей. Всякое довольствие, всякое успокоение от живых. Вот. Живыми служи, так и сам жив будешь. Человечешко злодействует, конечно. Вот, друг на дружку. Как собака на собаку. Да жив пока тем, что искупает зло мукой. Чё сделаешь?
Не нами так заведено. А кем? Богом твоим. Может, и Богом. Карат нас он за грехи наши. Что-то больно... За наше злодействие. Больно здорово карат. И давно. Да все не тех, вон Гитлера бы лучше карал. Че детишек-то? Девушек, матерей, чего? Говорили, говорили. О, говорили, всех бешеных повесили. Только вот один остался на нашу голову. А чей он? Германский? Немец. Людей в камерах газом душит, гад. Камера. Азы. Пулев-то жалеют. Свинцу дешевше люди. Эка ума-то накопили. Эка че умудровали. Камера, газы. И все друг на дружку. Ежели уж без Бога обходитесь, тогда хоть родную землю почитайте. Держите за нее. Памятай. Забудешь родную землю, могилку дедушкину, мамкину покинешь, тогда и вовсе тебя закрутит, завертит смерчом бурею. Ни днев, ни годов не заметишь. Осыплешься на землю старый, тряхлый, одинокий. Остановишься над обрывом, ни зги, ни голосу, ни духу живого, ни дна, ни покрышки. Это и будет тебе предел, своеручный ад. Какой сотворил, такой и получи. Да будет тебе голову-то морочить. И так муторно. Муторно, муторно, муторно. Опять клюкушество скажешь. А чего? Ой, внучок, кто что про себя знает? Ты вон книжку начитался, в телегу не уместишь. Ну? А сам-то чего? Ничего не знаешь. О, задаешься. Чего смеешься? Вот турнот. Дальние края. Да нет, не турнут, бабушка. Не турнут. Дай-то Бог. Дай-то Бог. Дай-то Бог. Очухался. О, ягодницы-то наши явились. Нашки канарейки милые. Густо. Гуська, возьми-ка. Но? Ну, знала. Это же дядя. Часто вспоминала его. Иди. Иди, иди. Здравствуй, Каполина. Не узнаешь? А помнишь, как мы зимой с тобой на печке луковицами играли? Помнишь? На. Вот спасибо. Сладко как. Ну, держи, беги маме отдай. Мама, иди-ка сюда. Завтра в лавке по карточкам хлеб получите. Да разом-то не съедайте. Обо мне не убивайтесь. Я пропитаюсь. Сами-то держитесь. Ха, вкусно. Ну-ка. Опа! Ого, как тут много. Давай вместе. Еще. Еще.
Спасибо, я уже пела. Ну что ж, будем по переменке. Сначала я. Теперь ты. Я. Ты. Я. Опять ты. Я. Ты. Уснули два товарища, ухряпались. Спите. Спите с миром, братец и сестричек. Доведется ли еще? Спи, Гус, спи. Это был двор, в котором отшумело мое детство. Здесь было все. И игры, и драки. Здесь меня приучали к труду, заставляли огребать снег, выпроваживать весенние ручьи за ворота. Здесь я пилил дрова, вертел точило, убирал навоз, садил первое в жизни деревце. Вот здесь, среди двора, ставилась летом железная печка. На ней бабушка варила варенье. А я жарился подле, с терпеливой и твердой верой, что бабушка не выдержит характера и даст мне пенок с варенья или хотя бы ложку облизать. А вот здесь, под навесом, лежала утопленница мама. И меня не допускали к ней. Но я все равно пробрался, посмотрел. И потом она долго приходила ко мне, сонному. Отсюда же, из-под навеса, унесли на кладбище моего дедушку. Здесь в стайке вздыхала корова. В амбаре кричали курицы, исполнившие свое дело. И громче их, будто тоже хотел снестись, позланил петух. Бабушка держала петухов красных, дрочливых, и руки у нее всегда были исклеваны. Да, набедовалась бабушка с нами. Ну ничего, вот кончится война, я вернусь, стану работать, зарабатывать буду хорошо. И возьму ее к себе. Мы с ней ладно будем жить. Равноправно. Она шуметь на меня станет. Пусть шумит. Я уж не буду огрызаться. Пусть шумит. Пусть шумит. Бабушка умерла в скорости после войны. Вызов на похороны я получил на Урале. Начальник отдела кадров вагонного депо, где я работал, прочитавший телеграмму, сказал: «Не положено.
На похороны матери или отца поехать, это другое дело. А бабушек, дедушек, откуда знать он мог, что бабушка была для меня отцом и матерью, всем, что есть на этом свете, дорогого для меня. Мне надо бы послать того начальника куда следует, бросить работу, продать последние штаны и сапоги, да и поспешить на похороны бабушки. А я не сделал этого. Я еще не осознал тогда всю огромность потери, постигшей меня. Вот случись это теперь, я бы ползком добрался от Урала до Сибири, чтобы закрыть бабушке глаза, отдать ей последний поклон. И живет в сердце вина, гнетущая, тихая, вечная. Я знаю, бабушка простила бы меня. Она всегда и все мне прощала. Но ее нет и никогда не будет. И некому прощать. Господи Боже, твоя воля. Помоги им. Помоги им. Господи. Господи, Господи. Помоги им. Пуще приворотного зелья мне это даль, это близь, леса, горы, перевалы. И главное, вот эта деревенька, издали с высоты, такая смирная, такая заброшенная, что стоном кричать хочется от любви и жалости к ней. Но надо идти, идти. Все наши люди воюют с врагом, борются. И мне пора приспела. Что-то там меня ждет. Что это такое? Война, фронт. Но что бы ни ждало, меня теперь надолго хватит. Надолго. И останется в душе моей вера, в незыблемость мира до тех пор, пока есть в нем она, моя странная земная деревушка. Так и будут они жить сообща. Деревушка в мире и мир в деревушке. Thank you.
разводи народ по вагонам! Быстренько, скоренько! Время отправления неизвестно! Пассажирским вас отправляем. Роскошь по военному времени-то. Ну, доброго тебе всего. Жаль, не вместе едем. Ты, гляди, там не партизань. Пехотный полк это тебе не детдом, там быстро из тебя винегрет сделают. Если, конечно, будешь вести себя недисциплинированно. Ладно, буду дисциплинирован. Ксении привет передай. Да, подожди-ка. Чуть не забыл. Ака, Ксюха послал. Бери, бери. Спасибо. Ну, еще раз прощай. Может, на войне свидимся? Побежал я. Пиши чаще, да дедов завет помни. Сердцем копья у ворога не перешибешь. Ты не всякой пули лоб-то подставляй. А матери-то нету, не пришла. Не отпустили с работы, положение-то военное. Нету. Парни! Парни! Вы не из первого училища? Станция Павловск. Павловск из первого. Второй набор. А я из первого набора. Я гляжу, вас обмундировали уже. А нам все обещали. Снимай фуражку. Держи. Спасибо. Нету. Нету матери-то. Нету.
Мне всегда казалось, да и сейчас кажется, что там, за далью, находится неведомая мне чудесная страна, в которой теперь-то я уж знаю, мне никогда не бывать, но которая так всегда манила и манит меня. Эта неведомая страна с детства обворожила меня. Вечный зов ее бродит в моей крови, тревожит сердце, тело, и пока я жив, пока работает память, тоска по этой недостигнутой мною стране каждодневно, каждоминутно будет со мной. И когда придет мой последний час, и последний свет станет уходить из моих глаз, верую, и тогда томящим видением будет так и не открытая мною страна. И не умрет, а замрет ее образ во мне, чтобы через годы, может быть, через столетия, ожить в другом человеке. И увидит он ее моими глазами. И заплачет, как я плачу сейчас, моими слезами, не сознавая, что плачет он от какого-то озарения, встревожен чьей-то воскресшей в нем любовью, пронзившей толщу времен и доставшей ту плоть, ту душу, в которой суждено повториться и моей печали, и моей радости, всем, что заказано будет мне пережить, запомнить.